Скорее душевный террор. Пусть учатся. Соревнования имени Юрия Гагарина – первый всероссийский турнир, проходящий в Саратове в этом году. Сделать его хотели особенным. В заезде на самых мощных мотоциклах приняли участие 20 спортсменов. Среди них – ветераны мотоциклетного спорта. Поддержать участников приехали депутаты областной и городской думы. Всегда будем поздравлять и поддерживать такую молодежь, которая стремится не на улице проводить время, а вот обогащать свой мир здоровьем, какими-то мероприятиями. Довольно зрелищный вид спорта. И хорошо, что есть энтузиасты развития этого спорта у нас в Саратове. Раньше на этой трассе соревновались внедорожники. Сейчас ее подготовили специально для мотоциклистов. Чем больше неудобных ям и трамплинов, тем лучше. За один заезд гонщик теряет по несколько килограммов. Однако главные потери на соревнованиях несут мотоциклы. Их приходится чинить уже во время гонки. Поэтому после десятка кругов сломанными оказываются большинство машин. Заглох мотоцикл. Будем надеяться, что удастся ему стартовать дальше и продолжить заезд. Давай, Егор. Достаточно дорогостоящий вид спорта. Занимаются им далеко не все. В среднем от 5 до 10 тысяч долларов стоит такая машина. Вот. Интерес к этому спорту, он нисколько не уменьшается, а наоборот возрастает. На голову полиция. После заезда водные процедуры – обязательный ритуал и у спортсменов, и у мотоциклов. Грязь на двухколесном делает его тяжелым. А скажи, пожалуйста, как тебе гонка? Отличная гонка, отличная трасса. Все нравится. Прыжки отличные. За первые места гонщикам вручают денежные призы. Но главное не это. Результаты мотокросса пошли в зачет Кубка России. Среди лучших спортсменов – два саратовца. Екатерина Савина, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.